Намасте, дорогие друзья! Итак, сегодня у нас 10-й урок из серии очищения тела и ума. Все предыдущие уроки, ссылочки на них я размещаю в описании к этому видео. Кликните, да, там больше или more, и у вас появятся ссылочки. И даже может быть больше, чем ссылочки. Если интересно, кликайте на ссылочку, и вы пройдете прямо на следующий или на предыдущий урок. А сегодня мы с вами поговорим об одной из чисток ротовой полости. В предыдущем уроке я рассказала, как чистить нос водой и зачем это делается. И в описании к предыдущему уроку скинула ссылочку на видео с практикой. Но я больше чем уверена, не все это будут делать, потому что скажут, да ну, это слишком много времени, мне это не нравится, у меня то, у меня сё. В общем, причины найти всегда можно. Но то, что я вам расскажу сейчас, могут делать все, не отходя от кассы, как говорится. Это чистка, даже не чистка, но это, конечно, чистка, но процесс это полоскание рта маслом. Как это делается? Рассказываю про себя. Я это делаю утром, после того, как я пробуждаюсь, еще не почистив зубы, не попив воды, да, вот первое, я пробуждаюсь, как пробуждаться, все это я рассказывала, ссылочки есть. И я в рот набираю масло, у меня есть такая маленькая бутылочка, я там масло туда наливаю, и из него уже беру, знаете, оно там с дырочкой, вот эта бутылочка, и вот так, чуть-чуть совсем. Но это, можно сказать, одну столовую ложку масла. Какое масло на ваш выбор? Можете оливковое, можете подсолнечное. На данный момент я сейчас использую масло рисовое. Ну, я живу в Индии, у нас это масло продается всегда и везде. То масло, которое вам удобно. И еще один момент хочу рассказать. Я добавляю в это масло несколько капель масла гвоздики, да, вот специи гвоздики. Я уверена, что многие знают, почему гвоздики, но тем не менее немножечко расскажу. Гвоздика вообще, гвоздика используется для уменьшения зубной боли. То есть, если зуб болит, просто берете чистое масло гвоздики, в Индии оно везде продается, стоит копейки. И прям ваточкой на больной зуб кладете, и зубная боль очень быстро проходит. Но, когда вы несколько капель добавляете, разбавляете базовое масло, это дезинфицирует ротовую полость. Ну, а вообще вся вот эта вот процедура, мало того, что она дезинфицирует ротовую полость, она массажирует десна, она снимает весь вот этот вот налет, она помогает, она процедура, да, практика, профилактика всяких разных зубных заболеваний, таких как кариес, естественно, десен. И все это еще связано у нас и с горлом, с щитовидной железой. Я имею в виду болезни зубов и десен. То есть, если у вас зубы и десна здоровы, это сразу же дает поддержку и систему уха, горла, носа. Поэтому все это легко делайте. Итак, утром проснулись, набрали в рот. Держать нужно, ну, 5 минут минимум, можно больше. Я держу где-то минут по 20. Главное это не глотать. И так вот полоскать можно, просто держать, своими делами заниматься. Потом, когда вы выплюнете через там 5 минимум, либо 20 минут это масло, оно будет белое. Вот как раз вот этот вот вся налет, инфекция и так далее, вот, вбирает, всасывает в себя масло, вы это выплевываете, и после этого я уже чищу зубы. И я это делаю также вечером перед сном. Сначала я полощу рот. У меня есть такой аппарат, который из трубочки вода льется, то есть очень хорошо промывает промежутки между зубами. Потом я держу это масло, да, опять же 5-20 минут, и потом его выплевываю и чищу зубы и ложусь спать. Обратите внимание, что после начала этой практики, сразу же с первых дней, запах изо рта после пробуждения будет намного меньше, либо вообще исчезнет. В общем, процедура легкая, доступная, всем рекомендую. Ну, на сегодня это все. Еще раз напоминаю, ссылочки все в описании. Ну, а мы с вами встретимся скоро. Обязательно встретимся, потому что еще очень много практик по очищению. Видите, видео совсем небольшое, даже меньше 5 минут. Хари Ом, здоровья!